Величина энтропии мертвого паровоза будет возрастать, пока он не рассыплется на атомарные обломки. Однако ее принципы находили все более широкое применение. Лет 100 назад стало ясно, что закона приводил к мрачному итогу. Вследствие увеличения энтропии и перехода к состоянию термодинамического равновесия должен наступить. Организм поглощает извне отрицательную энтропию, а точнее свободную энергию, и образует энтропию положительную. Соотношение потоков положительной и отрицательной энтропии определяет судьбу организма. А что касается времени, то термодинамика необратимых процессов исследует и динамику, и направленность моделируемых явлений. Между биологическим объектом и средой существует обмен энергией, и к явлениям жизни могут быть применимы обычные законы термодинамики.